Добрый вечер, мы из Украины. Смотрите, что хочу сказать. Переходим мы, короче, не только видосики снимаем, мы работаем еще по основному нашему профилю, по военной администрации. Сейчас разбираемся и организовываем, чтобы работали по безналу предприятия, чтобы готовимся к посевной, разбираемся с бронированием, то есть для того, чтобы те, кто... Скучное видео будет, ну, для того, чтобы механизаторы, те, кто будет задействован в посевной, не забирали в армию, ну, или были в теробороне и ушли там последними на призыв. Это все мы делаем. Что я заметил? Тут у нас как бы люди попривыкли все к войне, в том числе военные, и предприниматели, и там, волонтеры, почему-то решили, что если там они что-то делают хорошее, значит, им что-то больше можно. Я сейчас вот два момента есть, не хочу их вслух говорить, но махновщины и анархии в области нет. То есть все под контролем, все видится, службы все работают, все фиксируется, уголовные дела возбуждаются. Там было чуть меньше времени, чуть меньше было моего внимания к вот этим вот не мелочам, но к ситуациям, которые противозаконные, скажем так. Сейчас глубже по всем направлениям я уделю внимание, кто как выполняет свою работу во время военного положения. И не дай бог, кто-то там будет пользоваться военным положением ради своих корыстных целей. Я это обязательно накажу. Поэтому, пожалуйста, все переходим в спокойный режим работы. Да, военное положение, да, стреляют, но при этом надо соблюдать закон, оформлять документы, ездить по правилам и так далее. Да, будут распоряжения пожестче, чем в мирное время по наказанию там и присяжным. Но я всех предупреждаю. Работаем честно, не пользуемся какими-то там ситуациями ради своей корости. Когда это надо там для дела какого-то, это понятно. То есть война все это спишет. Но если это для какой-то собственной корости, все будет по самой строгости закона. Спасибо.